Всем привет, ребята! Меня зовут, как всегда, Кофе. Вы на канале «Как разозлить волки». То злой волк, капецка. Создать волк и подпишись на канал и ставьте лайк. И мы будем волк разозлить 5 способов. Но тебе! Веду туда, здрасте! Привет, девочка. Давайте волк шикарная. А давайте будем делаем его волк, волчонок. Вот такой строил домик. Хорошо, девочка. Так. Устроим волка и волчонок. Ну что, волк, ты готов? Да, я готов. А будет обратно волчонок. Ну что, устроим волки и волчок. Девочка, но я... Лиза не был таким волки. Тогда все слушались волки. Устроим волк. Отлично, девочка. Будет подобрать. Нет, не понимаешь, что это такое? Вредина девочка. Никогда не получается, где эта девочка. Слышь, ты где? Нет, успокойтесь. Второй способ. Я волк. Ну, девочка, но я... Я заговорил, убери себя нормально. Волки смеются надо мной. Я тобой стал по волкам. Вот и сейчас волки устроим какую-нибудь гадости. Хе-хе-хе-хе-хе. Но я устроим какую-нибудь гадости. Но если способов, 5 способов, как разозлить волки. Ты что, дурак, что ли? Ой, извини, волк, извини. Причин. Будь здоров. Да, спасибо. От волки, короче, так. Если ты победишь, ты такая не победишь. Если такой, да ты чё? Ой, извини, 5 волк, извини. Чё-то я не слышу, как она чихнула. Хе-хе, она просто болеет. Я не чихать, без звука не чихает. Так. Стрелка! Спектральная стрела! Выходовая девочка, безденечка! Нет, я не безденечка! И все так круто тут подойдет и спектральная стрела. Она не нажимается, стрелка! Это ламы! А ну иди сюда! Ты безденечка, девочка! Тьфу! Яйца призового волка. Ты сегодня уже 5 раз бесишь. Я не могу тебя больше разнообразить, я больше тут и такие. Ну, ты меня сейчас получишь. А ну иди сюда! Ах ты лама! Нет! Посмотри, какой злой капец. Ты злая лама противная. Ладно, эта сторона. Все, не мешай мне рассказывать. Ладно. Я не буду рассказывать. Так. Сейчас попадут. Но доспечь. 3 зубец. Ну что, волк, продолжайте, короче-то, Да что за фигня? А это ты делаешь, бомбе? Нет, не надо, смотри, какой злой, капец. Она ничего не понимает, волк. А ну спусти сюда! Ой, нет, ребята, какой злой, капец-ка. Иди сюда, тебе сказал, понял? Ничего ни к чему-либо, ты. Девочка, ты совсем обалдел. Как требуемых 3 зубецы. Итак, ребята, следующего способа создать призового волка 3 зубец. И следующего способа, как злить волки и последующего волка, не последующего волка, это злить волки. Открываем дверь. А что это вы тут делаете? Да, видишь, девочка. Ну, волк. Не нашел тут секретный способ. Только никого не говорите. Как оружие и доспехи 3 зубец. Ага. Это что такое? Я не понял. Ну-ка, расскажи. Все невозвиженности. Все, проходите мимо. Девочка, пожалуйста, позже хочу 3 зубец. Ну, как же раскололся. А ну иди сюда! Луки, все, пока! Я домой побежал! Ребята, не капецка! Фух. Посмотри, какой злой, капецка. Открой! Стоять! От чего, волк, слышишь? Кто тут как все не понимает? Что? Надо стрелять, надо было так...
Так, что ты только не слушаешь, все подобрал. Слышал, о чем? Слышу, лучше верни. Я сказал, бой сюда, лови его. Нет, не надо, лови, не надо. Посмотри, какой злой, капецка. Лучше злите волки. Ну нафиг. Нет, я хочу. Тихо. Все, успокойтесь, волки. А, девочка, это ты была? Это попала ты полстакана. Фух, какие я не твердые, малк. Я не малк, а волк. Пойду как в гости, это волк. Если из-за тебя ты, ты попал стакана. Так. Ничего не хватает. Чего не хватает в гости? Еха! В смысле, по полстакана? Если по полстакана... Я не веду такие волки. Это по полстакана воды. Все, я не буду это. Какие трезубецы? Ну-ка ты свой слепой, как ты, стакан воды, и ты тебе по полстакана. Если ты по полстакана, иди, по полстакана воды. Я не буду полстакана воды. Какие трезубецы? Я трезубец. А ну отдай трезубец, я тебе сказал! Отстань меня, психопат! Тихо, волк. Да ну нафиг, злой капецка. Опять я не увидел. Совсем с ума сошел. Разозлился, капец. Фух, я с ума сошел, волк. Какой злой капецка. Злой капец. Фух, все. Волк больше разозлился. Фу, какой злой капецка. Волк. А ты чё стоишь? Не понимают откуда. Так, ребята. Ну всё, не ребята, а ты... Эй, волк, а чё ты тут стоишь? Ага, вот вы где, а ну иди сюда. Эй, ты что, волк, почему такой злишься? Я уже не придумал. Ты мне целый день бесишь. Ты сегодня целый день злишь. Я уже не могу на тебе свой злость выплескивать. Тихо, извини, пожалуйста. Я больше так не буду переговаривать. Не сердитесь, волк. Ладно. Я даже не знаю, девочка, что есть. Да, волк. О, домик построил. О, волк. Я даже не знаю, что есть. А ночь неплохая. Я уже ну статую, волк. Оранжевая шерсть. Не разозлить, волк. Ставим оранжевую шерсть. Построим оранжевую шерсть. И волки статуя. Построим шикарное тело. Вот такое тело шикарное. Шикарное тело. Разозлить, волк. И построим головы. Шикарные головы. Так, ребята, отличное тело, руки. И еще строим головы. Построен тоже. Тоже голова. Правильно, что голова. И немного лица. Построим ноги. Ноги построим. Шикарные ноги. Здорово. Ребята, я говорил, первая постройка. Ну ладно, в принципе, не так мне важно и закончил. Это чё? Ого, привет, волчонок. Отличная статуя в на принципе. Ну же, ты меня бесишь. Ого, отлично, не понимает это. А ну иди сюда! Так все бежим, валим! Все, подписался на... Злой капец. Подписаться на канал и поставим лайк. Приятного просмотра. Всем пока.